Сроки окончания ремонта улицы Одесской в Тюмени сдвинулись на конец июля. Участок от Республики до Котовского практически готов. Здесь осталось положить верхний слой асфальта и смонтировать освещение. Ну а вот на участке от Котовского до 50 лет Октября работа затормозилась. При устройстве ливневой канализации на перекрестке с Энергетиков дорожники наткнулись на необозначенные на схемах коммунальные сети. На данный момент принято решение перерезать ливневую канализацию в улицу 50 лет Октября. Сейчас мы получили уже проект и выполняем работы уже порядка 100 метров от улицы 50 лет Октября устроено. Предварительный срок окончания всех работ на улице Одесской 30 июля.